Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Кончил. Все получил. Раз, еще. Рок, что с тобой? Я не понимаю. Завтра. Сделаем это завтра. Здесь не может быть завтра. В боксе не бывает завтра. Не понимаешь? Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Человек сам решает, в какую сторону ему повернуть. Право каждого быть именно тем, кем он захочет быть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет. Ты можешь стать хорошим боксером, а вместо этого ты вышибала у второсортного рэкетира. Зря тратишь время. Ради бога, 45 минут? Ты должен тренироваться 45 тысяч минут. 45 тысяч. Это 10 недель. 10 часов в день, ты слышишь? Шаг за шагом мы теряем наших друзей, мы теряем все. Теряем, а потом спрашиваем: а на черта мне жить? Мне незачем жить. Но благодаря тебе у меня есть смысл жить. Вставай, сукин сын! Микки любит тебя. Это самая счастливая ночь в моей жизни. Не могу поверить, что это произошло. Хочу поблагодарить Микки за то, что тренировал меня. И я вас люблю. Я хочу сказать одну вещь жене, которая ждет меня дома. Адриан, я сделаю это. Чем старше становишься, тем больше остается в прошлом. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет.